Это у нас отель Lemon Greek. И как здесь обезьяны играют. Очень круто. Что они делают? Они братья, наверное. Хулиганят просто. Ой, такой большой. Они все пришли. Я собираю на тебя. Да? Я боюсь. Она сейчас ко мне в сумку залезет. А, она хочет тебе дать, чтобы ты отдала. Я поняла. А, они не укусят? Да, они любят арахис. Видишь, как он сидит? Кушает. Я хотела сфотать. Зубы же нельзя показывать. Они же могут разобрать. Очень прикольно. Они думают, что мы все дали. Как он кушает арахис? Очень прикольно смотреть. Ты видишь, говорит? Нет, на тебя обидел. Тот самый жирный, он у всех и отбирает. Она тебя не понимает. Да я понимаю, что я тебе говорю. Да, этот большой, да? Он сам себе выбирает. А ты? Что он делает? You can give me one or two. I try. Okay. Yes. Thank you. Okay. Another one. He don't want to give anybody, only him. Типа держи телефон. Иди подальше, иди подальше, чтобы было видно мне. Так,
Зубы не показывай только. Их больно здесь. Что там играет там? Что он делает там? Там маленький совсем. Чешет его. Совсем маленький. Не отворачивайся от меня. Небо слушное. Ну, хорошенький. Ой, конечно, брюхо почесать надо, блохи заели. Они вечно все чешут. Видишь, они руки все чешут. Как он перевернулся, там не заметил, да? Этот большой перевернулся сейчас. Все, домашний. Home pets. Ну, смотри, он уже сам ест. Да. Он бросит, да. Несмотря не все там. Дай еще, да. Хорошо, что он, смотри, он смотрит на мой пакет. Если положить, показать, он полезет? Конечно. Сопрет что-нибудь? Подумай, что-то там есть, ты покушаешь. Давай посмотрим, как он распечатывает пакет. Давай. Куда положить? Посередине перед ними здесь. Блин, тетка надо, а если что-нибудь упрет? А что, он побрет и поднимается вверх на дерево. Жалко? Блин, это наушники. Ничего не жалко, что смотрю. Он, наверное, думает, что здесь что-нибудь есть. О, вы драка. Все. А те-то сразу реагируют. Драка. Бедный он. Да, они мужики оба, да. А этот маленький просто. Мы обидели его, блин. Какая несправедливость. Они оба мужского рода, наверное. Они оба мужской род, поэтому. Не поэтому, потому что он маленький.
Deci le-ați făcut loc și copa aia, nu? Și tu, Anzina? Руки во все, и в рот полный, как хомяк. Мне стало жалко ее, правда. Так, пошли уже, все. Приходи за Хомой, ехали? Вечером.